Привет, ютубослушатели, с вами Тарас Юрист. Я хочу на данном примере показать, скажем так, где нельзя покупать жилье в Одессе у нас. Где не стоит его покупать, потому что в дальнейшем вы не сможете ничего с ним сделать. Это вот улица у нас Кастанди, по-моему. Недалеко я здесь езжу часто. И вот здесь среди, вот видите, это частный сектор, все здесь идет. Строят такой раз, два, три, четырехэтажный дом, как бы. И будут здесь реализоваться квартиры. Я думаю, по тысяч, ну не знаю почем, но дешевле, допустим, говоря, если такая квартира нормальная стоит 30 тысяч, то здесь она будет стоить 20. И вот забор здесь не такой патриотичный сделали и все такое. Но в дальнейшем, если вы, чтобы вы понимали, купите здесь квартиру, то у вас, возможно, будут большие проблемы с коммуникациями, с теми же самыми, с соседями и со всем остальным. Давайте дальше пройдем. Значит, смотрите, вот здесь вот очень интересно, соседи все рады им, получается, и снимают, то есть не снимают, вот здесь вот пишут, что приблизим. Суд запретил строительство строго 06.2015. А стройка, как видите, все равно происходит. Дальше написано, что ковровый плюс газ позор города, решение админ суда от такого-то, арест, стройка участников. Ну, естественно, все равно это строится, получается. И будет продаваться и так далее. Вот они тут видеокамеры поставили. Я смотрю себе здесь. Не знаю зачем, наверное, чтобы не подожгли это здание. И представляете отношение соседей к вам, если вы купите здесь себе квартиру. Таких строек по Одессе очень много. Ко мне недавно обращались люди, то же самое с этим вопросом. И у них тоже вот возникли сложности, не могут оформить квартиру. Купили в подобном тоже дешевом, скажем так, доме. Так что всегда надо думать и не покупать здесь квартиры, чтобы не стать участником, скажем так, аферистической схемы. А потом эти хозяева новые пошлют вас куда подальше, и все на этом закончится. Так что вот так вот. Не покупайте квартиры в таких домах. Если видео полезно, ставим пальцы вверх, подписываемся на мой канал. Благодарю за внимание.